Ребят, всем привет! Сегодня получили новые модельки, и, как я говорил, будет обзорчик. Ну нахер. Отец! Снимай. Смотрите. Вот такая моделечка. И вы еще такой нигде не видели. Сделано один в один, как оригинал. Может быть, это и есть оригинал. Вот такие Nike SB-шечки. Качество язычка очень-очень плотное. А, шнурочки вот такие идут, еще одни. А, качество пятки тоже очень хорошее. Стелька плотная. Подошва вся полностью прошита. Здесь жесткая, удобная, мягкая. Ну, пушки. Вот такая. Следующее. Вот такие Nike. Это коллаборация с Трэвис Скоттом. Клапанная крышка идет полностью. Возможно, это и есть оригиналы. Но точно обманывать не буду. Значочек Nike здесь. Все один в один, как на оригинале. Дальше. Вот такая коллаборация с Трэвис Скоттом. Такой расцветки в Армавире точно нету. Мы их взяли чуть-чуть. Смотрите, с Трэвис Скоттом здесь надпись сделана. Качество замши идеальное. Здесь это сделан под кожу, возможно, кожа. Свуш. Все идет как в оригинале. Шнурки черные, бежевые с белым и зеленые. Вот такая стелька. Стелька толстая, очень хорошая. Так что успевайте, их совсем чуть-чуть осталось. Вот такая пушка.